Развитие межрегиональной кооперации – тренд по всей стране. Одним из первых субъектов, который начал работать в этом направлении – Ульяновск. Перспективные направления сотрудничества с Калмыкией наметили еще на Петербургском международном экономическом форуме летом. Теперь очередь за более тесным взаимодействием. В Ульяновске стороны обсуждали реализацию совместных проектов в машиностроении, туризме и образовании. У нас подписана дорожная карта о мероприятиях, которые мы будем проводить до 2026 года. Это и в культурной сфере, это и в сфере спорта, это и в сфере образования, и, конечно же, в экономике. В экономике у нас довольно-таки неплохой потенциал в машиностроительной отрасли. Мы можем взаимодействовать, учитывая то, что в Республике Калмыкия исторически находились предприятия, которые в том числе работали на автомобилестроительную отрасль. Ульяновская область готова передать региональный опыт в автомобилестроении и логистике. В том числе пригласили коллег воспользоваться контейнерным поездом «Ульяновск-Китай». На автомобильном заводе гостям продемонстрировали производственные мощности, главный конвейер, цех по производству малотоннажных грузовиков. В том числе Бату Хасиков отметил, что скорой помощи на базе нашей буханки пользуются большим спросом в республике. Большая часть республики – это сельская местность, и не везде есть дороги с твердым покрытием. Соответственно, буханки пользуются огромной популярностью, потому что один из самых надежных автомобилей, высокая проходимость. Также главе республики Калмыкия были переданы ключи от двух автомобилей УАЗ, приобретенные для отправки в зону СВО. В тот же день бизнес-делегация осмотрела заводы «Симаз» и «Автодом». Там они ознакомились с производимым транспортом и обсудили планы возможного взаимодействия. Анна Тищенко, Правда ТВ.